работаю каждый день, тяжело, а что делать? Вот с утра до вечера, там вот режешь стейки, бывает к вечеру уже рук не чувствуешь, зубов не чувствуешь, желудок разламывается, а приходится. Вот работа у меня такая. Я, правда, люблю свою работу, но устаю неимоверно. Вечером домой еле-еле доползаю и сразу к холодильнику, к своему. А вот эту вот американскую еду я ее жрать ненавижу, а приходится. Вот такая вот работа. А тебе, Даша, вкусно? Конечно. А кусочек мяска хочешь такого? Нет, конечно. Почему? Конечно. Что, можно есть? Да. Так ничего. Кушается оно следующим образом. Берется, накалывается, намакивается. И запихивается. Есть еще кабачок. Жареный. Помидор. Жареный. И баклажан. Тоже жареный. Видит. Зачем так делаешь? Вот эти все чавканья в кадре, это признак хорошего аппетита. Чавкай, Даша, не стесняйся. Это значит, что тебе вкусно. Продолжаем. Все, вставайте, пойдем.